срочные новости. Только что стало известно, что российский истребитель Су-33 разбился при заходе на посадку на авианосец «Адмирал Кузнецов», который находится сейчас в Средиземном море у берегов Сирии. По сообщениям российских информагентств, самолет выкатился за пределы палубы, пилот жив, спасательные службы подняли его на борт авианосца из моря. Это уже второй истребитель, который потеряла Россия из той группы, которая прибыла к Сирии в составе флотилии, которую возглавлял адмирал Кузнецов. За несколько километров до авианесущего крейсера «Адмирал Кузнецов» произошло авиапроисшествие с палубным истребителем МиГ-29К. Летчик катапультировался, его доставили на борт адмирала Кузнецова. Здоровью пилота ничего не угрожает. Российская корабельная авианосная группа продолжает действовать в Средиземном море по плану дальнейшего похода. Полеты палубной авиации продолжаются в соответствии с задачами.